How are you doing? Ну, как у него дела? Quite a kid. Совсем еще мальчишка. We found this on Roy. Мы кое-что нашли у нашего Роя. Тот человек, который был убит в психиатрической клинике, был сыном Роя. Он скрывал это и не разговаривал на эту тему с другими врачами из реанимационной службы. Он решил отомстить всем вам за смерть своего сына. После того, как он увидел, что его Джоя разрубили на куски, в нем все вскипело. Еще мы нашли вот это. Я думаю, что он хотел выдать себя за Джейсона Вурхиза. Томми. Здравствуй.
О, Господи!